Вечір добрий, любі друзі. Мене звати Ігор Хмур, я керівник Центру захисту українців. Тема нашої сьогоднішньої бесіди у студії така. Нездорова війна за оздоровниці, профспілки проти Кабміну та частини Конституції. Радий привітати моїх сьогоднішніх гостей. Це Ілля Халдай, юрист дирекції санаторія Лермонтовський від Укрпрофоздоровниці. Доброго вечора. А також це Ілля Лубашев, виконуючий обов'язки генерального директора та головного лікаря державного підприємства санаторія Лермонтовський від Міністерства юстиції. Добрий вечір. Давайте розкажемо трішечки нашим гостям спочатку, чому саме профспілки проти Кабміна та частини Конституції, бо наразі те, що триває та бійка, скажімо так, за санаторій Лермонтовський, це є прецедент, який поширений на всю Україну. Бо з 2011 року прокуратура намагається повернути дуже багато майнових об'єктів, які у 91-му році стали майном Федерації профспілок України, і вони намагаються це повернути до державної власності. При цьому профспілки намагаються змінити частину Конституції, частину законодавства, в якій йдеться саме про те, що усе майно Радянського Союзу після його, скажімо так, ліквідації та з'явлення вже на світ незалежної України стало майном тієї самої незалежної України, мотивуючи це тим, що Радянський Союз не вклав жодної копійчини у ці об'єкти. Для початку давайте по санаторію Лермонтовському без бійок на юридичному етапі, де знаходиться справа. За вашими даними, у вас є повний пакет документів, який встановлює ваші права на майнову частину цього санаторію. Саме так? Да, совершенно верно. На сьогоднішній день, не тільки на сьогоднішній день, все время, починаючи з 2015 года, право собственности принадлежит Міністерству юстиції, государству, в управлении Міністерства юстиції. Право собственности не оспаривалось, ну, точнее, оно оспаривалось, но ни разу не было вынесено решение по поводу отсутствия права собственности у Министерства юстиции, у государства. Оспаривали, на сегодняшний день споры идут только по действиям регистратора в плане регистрации в реестре права собственности. На сегодняшний день, тем не менее, даже по решениям судам, если брать их, то право собственности действующее, оно зарегистрировано законно. Также наши оппоненты продолжают это оспаривать, но это покажут уже суды. Но право собственности уже однозначно вызначено. Это государство в лице Министерства юстиции Украины. Давайте по крапках. У нас есть земля, есть нерухомість, есть обладнання. Вам належить саме нерухомість. Земля державна, обладнання ваше, так я розумію? Да, совершенно верно. Яка ситуація з реєстратором? Що трапилось у 16-му році, коли виконавчу службу не допустили на територію санаторія, мотивуючи це тим, що реєстрації позначено саме ваше підприємство як володар майнового цього права? Повторюсь, розказу о тому, що принадлежить є право собственности у Укрпрофздравниці, у профсоюзів. Це право собственности було відмінено ще в 2011 году прокуратурою. Все, оно больше не возобновлялось. Это решение суда несколько раз пытались оспорить, доходя, вот, и это решение осталось в силе. То есть это принадлежит государству, решение прокуратуры не отменено. Также пытались оспорить распоряжение Кабинета министров по поводу передачи Министерству юстиции в управление этого майнового комплекса, но также было отказано в иске нашим оппонентам. Керівництво вам, а кто є володарем? Государство. Держава у чьей особі? Держава. Держава в особі Міністерства юстиції. Дякую. Ви не згодні з цією позицією з юридичної точки зору. Чому? Якщо можна, я буду об'ясняти на русском языке, так як основна цільова аудиторія – це одесіти, поэтому, как бы, наверное, буде удобнее слушать все-таки на українському. Не на українському, а на русском языке, так буде понятнее, учитывая специфику, скажем так, данного города. Прежде всего, для того, чтобы дать объективную картину, что происходит с санаторием, почему так долго этот вопрос является спорным, надо начать с простого. На самом деле, при развале Советского Союза действительно осталось большое количество всесоюзных организаций, которые в данном случае обладали в период Союза имуществом, причем очень большим, и, соответственно, как бы необходимо было определить статус этого имущества. Когда развалилась система советской собственности, возникла, соответственно, необходимость регулирования, возникла как таковая частная собственность, которая в данном случае в советское время была существенно ограничена и не было определенной, скажем так, градации частной собственности физических лиц, юридических, то есть определенные ограничения все-таки были. С момента создания, соответственно, Украины как независимого государства,
прошел процесс формирования именно правовой базы под собственность в целом. В этот период, соответственно, в 1991 году была создана, соответственно, Укрпрофздравница. Она была создана непосредственно Федерацией профсоюзов Украины, которая стала акционером Укрпрофздравницы на 98%, и на 2%, соответственно, акционером стал Фонд социального страхования. Целью создания Укрпрофздравницы как организации было, соответственно, обеспечение санаторно-курортного лечения, реабилитации и выполнение ряда других социальных функций, которые связаны с лечением, отдыхом и, соответственно, как бы восстановлением здоровья граждан Украины. На протяжении всего периода независимости Украины фактически на государственном уровне нормативным путем этот вопрос урегулирован не был, к сожалению, надлежащим образом. Я объясню. Вопрос собственности всесоюзных организаций. К этим организациям, чтобы вы понимали, можно отнести, собственно, кроме Федерации профсоюзов, Укрпрофздравниц, это и ДОСАФ, это, соответственно, как бы организации инвалидов, организации там, ветеранов. То есть у каждой из этих всесоюзных организаций был определенный пул имущества, который был сформирован на момент распада Союза. Соответственно, как бы весь объем нормативных актов, именно принятых Верховным Советом как законодательным органом, он сводится к двум постановлениям 92-94 годов, в котором сказано следующее, о том, что временно до момента определения собственника, соответственно, имущества всесоюзных организаций, функции собственника выполняет Фонд госимущества. Более после этого никакого профильного закона не принималось. Соответственно, и вся нормативная база в данном случае касательно имущества всесоюзных организаций, я в данном случае обобщаю и имущество Федерации, профсоюзы Укрпрофздравницы, и ДОСАФ, и УТОС, и много других организаций, собственно... Это еще было коллективным, скажем так. Не совсем. То есть это была собственность всесоюзных организаций, на тот момент это была действительно квалифицированная коллективная собственность. Потом, соответственно, как бы учитывая, что такая форма, как коллективная собственность, она уже в данном случае с принятием нового гражданского кодекса отсутствует. То есть на сегодняшний день есть приватно-державная, коммунально. Вот три вида формы собственности, которые, собственно, предусмотрены действующим законодательством. И, безусловно, это все стало, соответственно, частной собственностью. Просто в данном случае в качестве субъекта собственности выступают организации той или иной формы. Соответственно, почему на нормативном уровне не был урегулирован вопрос на уровне закона для того, чтобы расставить все точки над «и»? На протяжении вот этих всех 28 лет, соответственно, существования государства Украины, к сожалению, каждая плеяда руководителей фактически занималась ничем иным, как, собственно, личным обогащением. С помощью чего? С помощью... скажем так, личного оформления за собой с помощью каких-то темных либо не темных схем, приватизационных, просто схем захвата с помощью там, судебных решений, более-менее ликвидного имущества. Безусловно, здравницы, которые были созданы при Союзе, они, как правило, были созданы в курортных местах, они были достаточно привлекательны и... они были достаточно, скажем так, легко переделаны в какой-то, в какой-то объект ліквідного бізнесу. Те, що стає державним, потім зникає з мапи, стає приватним, забудовується будинком і да, всім цим іншим. Не совсем. Я просто хотів, щоб ви розуміли одну просту річ. То есть, почему этот вопрос не был урегулирован с помощью закона, принятого Верховным Советом? Более того, чтобы вы понимали, на протяжении 28 лет истории Украины как независимого государства, количество законопроектов, связанных, соответственно, с определением статуса профсоюза, статуса общества, собственности общесоюзных организаций, в том числе профсоюзной собственности, поднималась, ну, наверное, если не десятки, то, наверное, как бы сотни раз. То есть, соответственно, как бы это пытались сделать неоднократно, и всячески каждый раз это блокировалось со стороны либо отдельных групп депутатов, либо чиновников, либо министров, для того, чтобы в этой ситуации оставлять этот вопрос в подвешенном состоянии, для того, чтобы с помощью неопределенного статуса этого имущества пытаться каким-то образом его присваивать. И это происходило фактически на протяжении всей истории Украины как независимого государства. То есть это был некий карман, в котором можно было вне определенных правил, соответственно, попытаться заграбастать какой-то, собственно, более-менее ликвидный актив. Так происходило практически со всеми здравницами. Происходило это достаточно как бы примитивно и просто. С помощью возбуждения уголовных дел. Я вас уверяю, вот, собственно, мой оппонент как бы вряд ли обладает информацией, а я эту информацию достаточно много лет уже, в принципе, системно изучаю. Вот мне, например, стало как бы интересно, я, в принципе, проанализировал архивы судебные, архивы, например, уголовных дел, закрытых уголовных дел. Так вот, начиная с 96 года,
возбуждались больше 1000 уголовных дел в отношении как отдельных санаториев, так и должностных лиц Укрпрофздравницы. Для чего? То есть это был, как правило, стимулятор для того, чтобы, собственно, попытаться кого-то склонить к каким-то решениям для того, чтобы отбить тот или иной актив. Тобто, можливість того, що керівництво санаторію реально розкрадало землю та розпродавало, ви відкидаєте? Я можу сказати більше. Я, даже если честно, как бы уверен в том, что отдельные чиновники той же, соответственно, как бы Укрпрофздравницы в определенные периоды действительно были причастны к этим схемам. Действительно были такие ситуации, как бы этим ситуациям, на мой взгляд, все-таки незаконно не дана правовая оценка в части того, что они сделали. Но я хотел бы, чтобы вы просто для себя понимали одну простую вещь. То есть постоянно эту Укрпрофздравницу пытались судами, уголовными делами, соответственно, стимулировать к тому, чтобы отказывались от каких-то санаториев, пытались забирать у нее эти санатории. И это происходило систематически. Более того, я могу сказать, что в 96-м году была попытка отмены учредительных документов Укрпрофздравницы с помощью Генеральной прокуратуры. Это было, соответственно, как бы сделано сначала путем возбуждения уголовного дела, потом путем подачи соответствующего иска, полностью до верховной инстанции, соответственно, как бы на тот момент это высший арбитражный суд как бы отказал в этом генеральному прокурору, и эта ситуация на какой-то период закрылась. В дальнейшем то же самое повторялось в 2003 году, 2004, 2007. Это происходило регулярно. На сегодняшний день правовые основания у государства требовать что-либо от признаний, в части признания прав на то или иное имущество всесоюзных организаций, оно основано всего лишь на судебной практике, которая изменчиво и которая фактически ситуативна, чтобы вы понимали. То есть единственное, на что в данном случае ссылаются как бы оппоненты, то есть я имею в виду та же прокуратура, которая инициировала процесс признания права собственности на строение санатория Лермонтовский, она фактически апеллировала к существующей судебной практике. Дивіться, что такое судебная... Я, если можно, договорю... Вибачте, да. Наш один гість мовчить, ви розказали вже забагато за цю історію. Да, я вам так... задавав питання, на якому етапі наразі юридична боротьба за санаторій Лермонтовський. Тепер, в 2011 році, вибачте, я трішечки вас трішки переб'ю. Ви кажете про те, що влада, в 2011 році була одна влада, яка ініціювала ці розбирательства, і вже нова влада після Майдану, яка прийшла, вона підтвердила фактично те, що робили їх опоненти. Тобто вони підтвердили навіть те, що робила партія регіонів. І наразі, якщо казати, що кожна влада є преступною та розкрадає, то тоді чому ж Пакташ каже про те, що навіть в Одеській області ті санаторії, які були під керівництвом Укрпрофздравниці, лишились у настільки меншості. Які меншості у вас були цифри? Вам не дали це сказати в іншому каналі? Більше 100 санаторіїв було в управлінні Укрпрофздравниці в Одеській області. Це санаторії, ну, санаторії здравні, скажімо так, наші там оздоровительні учреждения були. На сьогоднішній день їх осталось всього 5. Більше того, я би хотів отметить... Вибачте, на карті Укрпрофоздоровниці 3. Тобто вже два санаторії також списані з рахунків. Лермонтовський і Красної Зорі. Ой, Лермонтовський, Зелений Мис. Зелений Мис та Горького. Горького еще, насколько я знаю, на карте Укрпрофоздоровниці, ну, только сегодня я открывал, подивился. Это на самом деле недостоверная информация. Могу вам сказать еще о тех санаториях, которые числятся за Укрпрофоздоровницей. Это санаторий «Золотые пески» в Затоке, это санаторий «Затока», непосредственно находящийся... Про Одессу, я сказал, на территории места Одессы. Ну, мы говорим Одесской области. Соответственно, в Одессе, кроме Зеленого мыса, соответственно, остались санаторий Горького, Куяльник и санаторий Лермонтовский. Если можно, я все-таки детально объясню вот нашу позицию по поводу того, что было, соответственно, с 2011 года. Действительно, в 2011 году было принято решение по иску прокурора Приморского района о признании права собственности за фондом госимущества на строение санатория и отмене свидетельства о праве собственности за санаторием Лермонтовский. В данном случае как бы, это решение, безусловно, принималось под определенным политическим давлением. В дальнейшем, соответственно, как бы, придя к власти, как вы говорите, постмайданная власть, которая в данном случае представлена сегодняшней властью, она фактически, как бы, безусловно, получив властные полномочия, начала продолжать дело своих предшественников в самом извращенном варианте. Более того, если вы внимательно изучите как бы, соответственно, тот фактаж, который есть в интернете, вот неоднократно распространялся, соответственно, разглашение протоколов, скажем так, заседания Кабинета министров, которое еще было под председательством Арсения Яценюка. Там есть достаточно любопытный материал, который, в принципе, неоднократно, скажем так, был представлен в прессе, в котором, соответственно, Яценюк в
присутствии своих министров под протокол, соответственно, как бы обсуждал, скажем так, возможность и необходимость создания схемы по фактически завладению всем имуществом всесоюзных организаций. И там шли, соответственно, обсуждения попыток завладения имуществом как Федерации профсоюзов, так и ДСАФа. При этом, соответственно, в качестве инструментария, который предлагался для этого, было создание организации клонов, создание, в данном случае, дискредитации этих всесоюзных организаций с целью создать предпосылки для лишения их того комплекса имущества, которое у них есть. То есть, как мы видим, к сожалению, события, которые произошли на Майдане, они не привели к кардинальному изменению мышления тех людей, которые приходят к власти. К сожалению, я могу это констатировать, потому что в данном случае те люди, которые на сегодняшний день выполняют властные функции, они де-факто абсолютно спокойно наследуют те методы, которые были, соответственно, применимы и как при Януковиче, так и, соответственно, при предыдущих. Ви вважаєте, що в 2011 році, коли ці перші рішення судів були прийняті, то не варто довіряти судовій владі того часу. Я вам более того скажу, на сьогоднішній день, к сожалению, я как практикующий адвокат могу вам сказать, что судебная система, она абсолютно не стала независимой. Более того, инструменты влияния и воздействия на суд, которые были инициированы, опять-таки, нашим парламентом совместно с разработками Минюстом, которые в данном случае преподносились как реформы, они привели только к тому, что судебная система стала еще более зависимой, более, скажем так, подвержена влиянию со стороны органов, которые проводят переаттестацию судей, которые проводят, соответственно, так называемая процедура иллюстрации, потому что это все как бы субъективно. Тобто, якщо ви не довіряєте судам, то ви маєте право не допускати представників виконавчої служби на території санаторію. Я вам скажу більше. На сьогоднішній день, к сожалению, тезис, который существовал еще в 90-е годы о том, что беспредел порождает беспредел, он на сьогоднішній день до сих пор актуален. Я до чого веду? Я знайшов вашу ж вислів за 2012 рік, тоді ви були адвокатом власників ринку Північний, і там виконавча служба прийшла, щоб викинути речі жінки, яка фактично була в тій позиції, в якій зараз є ваша сторона у санаторії Лермонтовському. Не совсем. Ну, там була виконавча служба, їй дали виконати матеріали. Ви тоді сказали, що вона свої речі може забрати опісля. Наразі, коли приходить виконавча служба з представниками Міністерства юстиції, ви її не допускаєте за допомогою активістів, які також є одіозними для Одеси, декількох депутатів. Робите перепону для їх руху на територію санаторію та кажете, що ви не будете дозволяти виконувати ось це, тому що там є ваше майно. В чому різниця між підприємцем невеличким на ринку Північний та вашою компанією в даному разі? Як ви вважаєте? Безусловно, різниця огромна. Я об'ясню, чому. Тому що в даному випадку йде вопрос не зовсім о частному конфлікті двох хозяйствуючих суб'єктів, а організації, яка виконує определенний пул, відповідно, как бы, ну, дуже важливих соціальних функцій, в тому числі і вы должны не забывать другое, что это клинический санаторий, который занимается клиническим лечением людей, которые страдают от неврологических, сердечно-сосудистых заболеваний, проходят реабилитацию после инфарктов и инсультов. То есть на сегодняшний день я могу уверенно сказать, что это, наверное, единственное работающее санаторно-курортное учреждение, которое работает по такому профилю и достаточно успешно занимается реабилитацией. То есть если мы говорим о хозяйственном конфликте разных субъектов, то, безусловно, в данном случае вопрос касается непосредственно сугубо финансово-денежных взаимоотношений, которые основаны на коммерческом интересе двух этих субъектов. То есть у кого-то больше, у кого-то меньше, это вопрос, скажем так, не настолько важный для общества, а здесь ситуация, она кардинально другая. То есть вы должны понимать, что государство на сегодняшний день фактически, декларируя те позиции по поводу того, что они хотят сохранить санаторий, де-факто занимается немножко другим. То есть объективно понимая, что в этой ситуации имущество санатория, весь лечебный комплекс находится в собственности Федерации профсоюзов, Укрпрофздравницы, соответственно, что коллектив, который работает там больше 30 лет в среднем, соответственно, является как бы коллективом все-таки дочернего предприятия клинический санаторий Лермонтовский. Более того, это лицензированное медицинское учреждение, которое имеет опыт работы, имеет технологии лечения, в данном случае выполняет остро важную социальную функцию. Вот за то время, пока я представляю интересы санатория Лермонтовский, безусловно, как адвокат, я мог бы, наверное, оправдать различные позиции различных сторон, но в этой ситуации, посвятив этому определенный, скажем так, период своей жизни и работы как адвокат, я могу вам с уверенностью сказать о том, что те вещи, которые я увидел в санатории, даже для меня, скажем так, были, ну, наверное, очень показательны. То есть я достаточно регулярно и воочию вижу тех людей, которые получают лечение в санатории. Мы бачимо підтримку колективу санаторії, вона колосальна, у той самий час
Те саме було із «Зеленим мисом», коли колектив казав, що цей санаторій розкрадуть, але потім його передали Нацгвардії, і наразі що з колективом. І тепер, з вашого дозволення, просто ми дуже довго слухали, з вашого дозволення, тепер немножко я вставлю. Начну також іздалека по поводу Федерації профсоюзів. Давайте нездалека, бо є декілька хвилин. У наступному блоці ми дамо багато часу висловити. Що наразі з колективом санаторія «Зелений мис», який передали Національній гвардії України? Їх всіх приглашаю також на роботу. Точно так же. Там помінялась тільки адміністрація. Зараз, наскільки я знаю, Національна гвардія ведет переговоры и пытается собрать коллектив обратно, потому что люди... То есть самый коллектив? Да, конечно. А нету смысла, зачем брать других людей? Точно такая же ситуация и в Лермонтовском. Да? Почему мы не принимаем людей? Мы можем набрать коллектив, штат, но объясните тогда, зачем набирать других людей, когда есть коллектив, которые врачи, которые работают? Ну, то есть с Лермонтовским вы обещаете, как бы гарантуете, что этого не будет? Мы не можем. Для этого было передано Министерство юстиции, для того, чтобы сохранить. Если бы санаторий планировался застраиваться, его планировали продать, отдать частные руки, или при этом бы его не передавали в Министерство юстиции. Почему? А потому что это может делать только Фонд державного майна Украины. Минюст не имеет права этого делать. У нас країна таких чудес, тобто все. Давайте тоді таке логічне запитання, яке задавали вам завжди ваші опоненти. Чому саме Мін'юст? Ми почули про профіль цього санаторію. Я дуже схоже, що саме це відомство буде мати найбільшу кількість сердечних приступів. Вообще не имеет значения, в какое министерство бы передали этот санаторий. Да? Точно так же, как «Зеленый мыс» передали Национальной гвардии. Такой же вопрос сейчас будет стоять касательно санатория Горького, да? Остальных санаториев, да, которые возвращают в государственную собственность. И дела ведутся не с 2011 года, как вы сказали, а, чтобы вы понимали, с 2003 года. 200 решений суда, 200 исков было подано, из них 80 уже вынесены решения. Это не только касательно здравницы, а вообще здания и сооружений, которые продавались, уже были переданы в частные руки, и их сохраняют таким образом. Этот санаторий, не я принимал решение, я вам не могу прокомментировать, почему именно Министерство юстиции. Я пришел в этот санаторий тогда, когда уже был конфликт, когда уже была конфликтная ситуация, передо мной был другой руководитель, мудрый. Ну, за паперами, за схемою цією, там будут массово у більшості відпочивати та оздоровлювати саме представники Міністерства юстиції. В первую очередь это было для оздоровления воинов АТО. Так, для оздоровления... Чому це не передати Міністерству оборони? У них есть, им еще передается санаторий. Также идут споры. Им предложили этот санаторий. Они говорят, мы хотим на Западной Украине. То есть, насколько я знаю, это были разговоры. Військові відмовились от санаторію біля моря? Ну, я не могу сказать, почему, как и что. Да? Ну, не я работаю в кабинете министров. Если можно, я вам объясню. Поэтому, да. Зараз 2 секунди до кінця першого блоку. Давайте ми перервемося на невеличку паузу, після якої ця гостра дискусія, мені здається, стане ще гострішою. На жаль, до нас не приєднаються віртуальні гості з міста Києва. Тож це буде така суто одеська розмова. Залишайтесь першим міським телеканалом. Через декілька хвилин ми знову з вами побачимось. Продовжується студія Центру захисту українців. Мене звати Ігор Хмурий. Тема нашої сьогоднішньої бесіди, нагадаю, нездорова війна за оздоровниці, профспілки проти Кабміну та частини Конституції. Також нагадаю, хто на сьогодні у гостях в цій студії. Це Ілля Халда, юрист дирекції санаторія Лермонтовський за версію «Укрпрофоздоровниці», та Ілля Лубашев, виконуючий обов'язки генерального директора та головного лікаря державного підприємства санаторія Лермонтовський за версію Міністерства юстиції. Ми обіцяли надати вам час для вступного, так скажемо, слова, щоб ви пояснили свою позицію з приводу санаторію Лермонтовський. Позиція дуже проста. Діло в тому, що починає, да, там, розказує про те, що не вкладувалось государством деньги в санаторій, да, то есть предыстория точно такая же. В 60-х годов, да, были переданы в управление профсоюзом и выделялись также и средства, да, то есть было постановление выделять средства, обеспечивать здания, сооружения, строить новые корпуса медицинским оборудованием. То есть все это государство выделяло. Все это было государственное имущество. В 91 году профсоюзы решили, что это все-таки их частное имущество. Вы юридические факты подтверждены этой передаче этих грошей, бо в открытом листе да, до президента? Да, конечно. Я вам могу предоставить, что не копейчины радянский союз на вклад. Объясню. У меня в кабинете есть целые архивы, целый шкаф архивами о том, какие санатории передавались, когда что выделялось, оборудование, все это есть. Я могу предоставить в бумажном виде абсолютно для любого журналиста все это. Да. Будет по поэтому, но в 91-92 году профсоюзы решили, что это наше имущество частное. То есть
страна распалась, поэтому это, наверное, наше частное имущество. Уголовные дела, про которые рассказывает господин Холдай, да, были как раз возбуждены именно по этим вопросам, по поводу того, что как-то государственное имущество перешло в чужие руки. И с 91 года продавались санатории не только по схемам там, судебным, да, как рассказывалось, а 90% санаториев было продано по решению управления Укрправздравницы. Просто продано. Прокуратура, естественно, обжаловала это, возбуждала уголовные дела. То есть возбуждены уголовные дела также и у нас по Одессе, да, санаторій Україна, санаторій Чорина, по всім санаторій. Вибачте, передається та продається нерухоме майно, а після цього вже приватна особа викуплює цю землю, так я розумію? Тобто земля є державною, але продаються саме забудовані частини цієї об'єкту. Вони продають, да, але діло в тому, що государство не давало розрішення на землю. Вони потім це оформляли через комунальну собственність, не государственну. Государство не получало ні копійки, ні санаторіїв, ні з роботи санаторія, ніяким образом, ні за оренду, ні з роботи, як положено государственним предприятиям. Тобто, якщо брати простыми словами, да, и придерживаться логики оппонентов, да, получается так. Любой директор государственного предприятия, который сейчас работает, когда ему скажут, извините, у вас закончился контракт или мы меняем на другого директора, он скажет, подождите, я здесь работал, это мое, я тут зарабатывал деньги, это мое. То есть вот такая логика. Дати повинен до Лермонтовського. Лермонтовський, є постанова суду, суд на вашому боці, що надалі? Так, звісно. Далі буде проводитися все одно виконавче дійство. Це державна власність. Чому санаторій Лермонтовський, чому йде така боротьба? Якщо подивитися, да, на всі питання, коли задаю, а чому там в частній власності знаходиться скважина мінеральної води? Чому в частній власності знаходиться отель Лермонтовський здання? Чому в частній власності, от мені зараз сотрудники, кстати, дзвонили з санаторія, да, і говорять, а так там же ззаді, а чому ви не говорите за здання, яке строїться? Ззаді за грязі лічебниці, ззаді. Мене не пускають туди на територію. Я сьогодні, кстати, пытался, вот, приехал, пытался туди зайти, мене не вийшло. Ззаді построено нове здання. Полтора года назад, когда я там был, там был только фундамент, но вот столько было приподнято. Вот сейчас там целое будова. Новое здание, строение, я так понимаю, это будет мини-гостиница. Что это такое? И я попытался найти, я попытался найти в реестре ГАСКО какие-то разрешительные документы на строительство, я нигде этого не нашел. Я так понимаю, что это очередное здание, которое будет также частной собственностью, как отель Лермонтовский. Вы кажете, там есть скважина, рынок. Та ще й гостиниця, готель, совершенно верно, в частной собственности. Да, и это все здание сооружения, которые находятся на самом деле. Яких не было, вони з'явились. Нет, нет, это здание скважина и отель Лермонтовский. Mm. Это было, ну, это и есть государственное имущество, но там находится частная собственность, у них есть даже свидетельство. Це вже приватизоване майно чи в оренді воно знаходиться? Да ні, воно в частній собственності. Тобто все, про це ми вже забуваємо. Да, совершенно верно. Також на території санаторії Лермонтовського, на углу з парком Шевченка, там уже стоїть ринок. І то, що розказують, що це відділення реабілітації беременних, да, от якраз прямо за забором, всі одесити можуть прийти, посмотреть, написано здання номер 1, корпус номер 1 санаторії Лермонтовський, відділення реабілітації беременних. И тут же рынок, кафе, рестораны, и я сомневаюсь, что это какие-то документы. Поясни, пожалуйста, по этим объектам, есть. Ну так, суто по этим объектам. Что это такое, что побудовало полтора года? Я с удовольствием поясню, но при этом я бы просил, чтобы вы все-таки дали возможность полно высказаться по этому вопросу. Давайте начнем по порядку. Касательно новой стройки, о которой идет речь. Санаторий Лермонтовский с левой стороны граничит с гражданской застройкой, которая там проживает обычные многоквартирные дома, в которых живут люди. Действительно, там есть факт, по которому одна из квартир, которая примыкает к санаторию с тыльной стороны, там была проведена незаконная реконструкция. Более того, депутаты горсовета, которые, в принципе, принимали участие в защите санатория Лермонтовский, отреагировали на это и, соответственно, как мы написали требования в ГАСК провести проверку по этому факту. Там действительно велось самовольное строительство людьми, которые проживают рядом. Их дом граничит... На территории. Это не территория Лермонтовского, это территория с левой стороны. То есть сейчас как бы это в данном случае как бы, знаете, голословное утверждение, которое ничем не подтверждено. Как это можно проверить? Вы можете зайти на территорию. Я могу сказать следующее. В любом случае, как вы поверите, как только придет проверка ГАСКО, мы с удовольствием проведем, покажем, где проводятся эти факты. Потому что это действительно самоволье строительства людьми, которые реконструируют свое жилье. Оно никогда не было ни в собственности Укрправздравницы, ни в собственности государства. Оно не имеет нам никакого отношения. Но это действительно факты самоволье строительства, которым должна быть дана оценка. Вы против, вы хотите, чтобы его прибрало? Если самовольное строительство, то пусть город сносит, там городская территория, как бы более того, земля, на которой находится санаторий Лермонтовский, это также городская земля. Добрый, то есть, рынок, я еще не договорил. Теперь, да. Если можно, касательно рынка. В данном случае речь идет не о рынке, там идет комплекс некапитальных сооружений, которые находится на свободном участке территории со стороны Лидерцовского бульвара, который не относится никаким образом к территории Лермонтовский 2, по которому идет тяжба, соответственно, с Министерством юстиции. Эти некапитальные сооружения были согласованы Одесским
Тверским городским советом в лице уполномоченного органа управления торговли в порядке, предусмотренном законодательством. Это не капитальные сооружения, которые были размещены временно для осуществления там хозяйственной деятельности санатория, которая не запрещена. Действительно, в сезон там идет реализация, соответственно, сувенирной продукции. Там есть несколько точек, соответственно, продажи прохладительных напитков, как бы, но опять-таки это хозяйственная деятельность, которая не запрещена законодательством. И эти строения не являются капитальными. Это не капитальные сооружения, по сути, это МАФы, которые согласованы в установленном порядке, на которые есть договора аренды твердого покрытия, которые оформлены в установленном порядке. То есть эти документы есть, они могут быть предоставлены в любой момент. Действующие договора, по которым за твердое покрытие, соответственно, хорошо, оплачиваю, я не договорил. Соответственно, я вас не перебивал, поэтому имейте уважение, дослушайте то, что я говорю. По рынку я вашу позицию зрозумів. Скважина. Скважина. Что касается скважины. На сегодняшний день как бы скважина, которая оформлена якобы по каким-то документам. Это вообще, скажем так, следствие подделки документов, которое было проведено еще, наверное, году в 2007-2008, и была попытка легализации через органы, опять-таки, местного самоуправления, потому что там оно через Приморскую администрацию выводилось в эксплуатацию. Фактически речь о надкаптажном строении, которое якобы когда-то продавалось, хотя этих договоров нет, мы также поднимали эти архивы, и, соответственно, эти моменты изучались, и мы по этому поводу обращались в правоохранительные органы. Что касается, соответственно, отеля Лермонтовский, действительно такой факт был, когда-то был заключен договор о совместной деятельности, в рамках которой был реконструирован один из корпусов санатория и был организован этот отель. Потом предприятие, которое выступало участником совместной деятельности, незаконно признало у него право собственности. В дальнейшем, по требованию Укрпросздравницы, которое было направлено в Генеральную прокуратуру, эти решения были отменены. На сегодняшний день Укрпросздравница и дочернее предприятие клинический санаторий Лермонтовский, в силу того, что признано недействительным свидетельство, лишено права, соответственно, реагирования на эти факты незаконного завладения имуществом, в силу того, что наши свидетельства отменили. Более того, на сегодняшний день, говоря об этом факте, соответственно, за 4 года Министерство юстиции не сделало ни одного шага, направленного на отмену этих незаконных сделок. Вы хотя... не можете туда зайти нормально. Там просто не может зайти. Одну секундочку, в отель Лермонтовский им никто не препятствует заходить. Он находится на территории переулка Лермонтовский, он находится абсолютно лично, и касательно него никаких споров никогда не было. Более того, он не фигурирует в решении о признании права собственности за государством, в силу того, что прокуратура самостоятельно в части этого здания отказалась от этого требования. Mm-hmm. В материалах дела присутствует уточнение искового заявления, подписанное заместителем прокурора Приморского района, в котором прокуратура самостоятельно, понимая очевидную незаконность предмета, отказалась от признания. Я готов предоставить документы, у меня они есть. Якщо все ж таки вони переможуть, ви підете, то виходить така виделка, що цей готель полишиться без вашої участі у руках. А він не знаходиться в собственности Укрпросздравницы з 2008 года. Более того, в 2010 году Генеральная прокуратура обжаловала эти решения в интересах Укрпросздравницы еще тогда. И, соответственно, как бы отменила решение о признании права собственности. Только истребовать эти объекты на сегодняшний день Укрпросздравницы помешало то, что отменено свидетельство, на основании которого Укрпросздравница владела этим имуществом. Опять-таки, отменено по иску прокуратуры. Без вас вони не зможуть повернути це собі. Я вам скажу больше. Нет. На сегодняшний день никто не мешает ни прокуратуре, никто не мешает, допустим, фонду госимущества реализовывать защиту права государства в части этого имущества. Теперь, возвращаясь к санаторию «Зеленый мыс», потому что вы высказали вырванную из контекста фразу, соответственно, касательно этого имущества, я хотел бы пояснить, почему санаторий «Зеленый мыс» в данном случае не является настолько острой проблемой, как санаторий «Лермонтовский». Трудовой коллектив санатория «Зеленый мыс» составлял 4 человека. Он не осуществлял ни лечебной, ни санаторно-курортной деятельности. Он занимался тем, что он в период сезонного отдыха, соответственно, занимался сдачей в аренду тех помещений, которые находились на балансе санатория. Ни лечебная деятельность там не велась, ни, соответственно, реабилитация в «Зеленом мысе» не велась. Почему? Это же Укрпрофоздоровница. Я объясню, потому что на данный момент, как бы, опять-таки, санаторий «Зеленый мыс» был санаторий матери и ребенка. На протяжении как бы, там последних, опять-таки, право собственности было признано его достаточно давно, и в силу того, что право собственности государством было признано достаточно давно, Укрпрофоздоровница приняла для себя решение
решение, соответственно, не финансировать реновацию оборудования, соответственно, по этому санаторию. По Лермонтовскому, опять-таки, почему проблема существует по Лермонтовскому? По Лермонтовскому были вложены... Я не договорил, уважаемый. Я хотел бы в этой ситуации, чтобы вы выслушали... Давайте. Если вам не нравится то, что я говорю, это еще не значит, что вы... Стоп, ну подожди, можете меня перебивать. Я хочу договорить фразу. Если можно все-таки... Давайте одну фразу, мы задаем пытание, и вы выпадаете. В санатории Лермонтовский, Укрпрозранцы, были вложены существенные средства. Именно порядка 10 миллионов гривен стоило только оборудование новой котельной для того, чтобы этот санаторий отапливался адекватно в зимний период. То есть на сегодняшний день оборудование санатория полностью все принадлежит Федерации профсоюзов Укрпрозравницы. Котельная, сети, лечебный комплекс, все оборудование, это соответственно имущество Федерации профсоюзов в лице там, Укрпрозравницы и дочернего предприятия. На сегодняшний день Укрпрозравница выходила неоднократно, я даже могу сказать десятки раз, с инициативой в адрес Кабмина по поводу того, что необходимо найти компромиссный вариант. Первый вариант, соответственно, это найти какой-то вариант государственно-частного партнерства. Вибачте, це вже варіанти, ми вас вислухали, я почув вашу позицію по майновому. Ви питанням вам відповіли, ви згодні чи ні? Свердловина, ринок та розказувати. Папо, це все. Я би дуже хотів побачити ці документи, яких не існує. Я можу вам показати. Тому що ми піднімали ці документи касательно отеля Лермонтовський. Отель Лермонтовський був в рішенні суда і є, і касательно виселення. І касательно виселення, коли ми говорили по поводу... Господин Халдай лично виступав там і говорив, що нас там вже нету, там знаходиться частне підприємство. Ми не можемо подавати ніякі іски до проведення інвентаризації. З цим не можемо проводити ніякі дії, поки не буде виконане рішення цього суду. Коли була інвентаризація, чому вона не прийшла, хто не допустив? Ну, не пускали активісти, ви самі знаєте, які, да, прекрасно. Це серпень 2016 року, так я розумію? Всегда. Виконавча служба, прийшло декілька людей, проти них вийшло сотні людей. Совершенно верно. Було порядка 60 чоловік активістів, прийшов я, виконавча служба, і два сотрудника поліції. Розкази по поводу того, що ми приходили в 6 утра там з тітушками якими-то, да, там в 16-му году, в 17-му году, я приходил лично с полицией и исполнительной службой. За все время мной было заключено два договора с охранными фирмами. Первый раз это было в 2016 году. Опять-таки, мы пришли с полицией, охранная фирма просто стоит в стороне и ждет, когда будут проведены исполнительные действия для того, чтобы можно было проводить, стать на посты охраны. Второй раз такая же ситуация. Мы пришли с охранной фирмой, которая стала на входе. Я прекрасно слышал... 23 лютого уже да, совершенно верно, да, стали на входе. Что это была за охранная компания? Елітна охранна технологія, якщо не ошибаюсь. Чому вони були без форми, нашивок та всього іншого, та ще в масках? Бо наразі, справедливості ради, давайте зауважимо, що ті представники, які захищали санаторій з боку Укрпрофоздоровниці, вони були без масок, все ж таки. Об'ясню. Розкази про те, що в масках були люди, дійсно, в шапках, з шарфами, як некоторі, ну, я не можу контролювати людей, тому що по одній простій причині. Я заключив договор і повинні були стати, опять-таки, так же на охрану. Я слышал обвинения по поводу того, що були избиты люди, выброшены отдыхающие, да, находилось десятки журналистов, в том числе и ваш телеканал, да, и никто почему-то не видел ни избитых людей, ни вытащенных наружу на улицу. Это правоохранные органы. До речи, правоохранные органы по факту серпня 16-го года та недопуску виконавчої служби. Що кажуть? У нас же є правоохранные органы. Да, совершенно верно. Нами написано заявление. К большому сожалению, я не могу прокомментировать именно четко действия полиции. Да. За два роки ничего, я так розумію. Они ничего не сделали, да. Ну, я так понимаю, нами написано заявление по поводу препятствия, по поводу физического противостояния исполнительной службы, по поводу применения физической силы к представителям исполнительной службы также. И это действие полиции. Я не могу давать оценку, правильно они делают, неправильно. Это все только в законном порядке. Тих людей, яких ваши оппоненты называют тетушки, вы позвали после того, как полиция ничего уже не сделала за два года. Конечно, если так, более того, для того, чтобы, скажите, любое предприятие, да, есть охрана. После проведения исполнительных действий, кто должен стать на охрану и охранять эти объекты? Я же один не могу стоять, чому правильно ли сотрудники? Вы не вымагаете, чтобы полиция забезпечила вам прохід до санатория, звати каких-то людей с арматурой та цепками? Мы это и делаем, то же самое. Арматура, цепи, все это прекрасно. Цепи, я видел это видео, которое поднял, человек поднял цепь, находясь там внизу, да, поднял цепь, посмотрел, что это такое, и говорят, вот они пришли с цепями, да, ну, то есть, ну, прекрасно видно. И также, арматура, ну, бита, мы разумеем, что з різницею 2 роки були приблизно однакової статури моральної люди. Це ми зрозуміли. Охоронні агентства чи активісти, наразі це, на жаль, вже майже одне те саме. Ви привели силу, ви до цього показували силу, нас чекає попереду літо. Що буде далі? Вбивати один одного почнете? На тому санаторії ще як? Ми можемо, якщо ви обратите увагу,
Ни разу с нашей стороны не была применена физическая сила кому-либо. Это чисто вранье. Кому-либо. Ни один журналист с нашей стороны, со стороны охранного агентства, которое было, даже со стороны полиции, которые пытались только физически противостоять, чтобы не было нанесен ущерб представителям Министерства юстиции. 70 людей никому навіть по морді не дали. Того ранку. Ви были там. Я не був там на місці, чесно кажу. Были журналісти. Я бачив це відео, його замало, на мою думку, щоб щось сказати відверто. Совершенно верно. Потому что на тому відео видно просто люди. Заходят, выходят, да, стоит полиция и все. И дальше крики по поводу рейдерства, по поводу сохранения. Это единственное, что мы видим, не больше. Касательно всего остального, я же говорю, мне очень нравится позиция Укрпрозранца, которая говорит, что вот мы хотим сохранить санаторий. В Одесской области было больше 100 санаторий в управлении Укрпрозранца, осталось всего 5. Территория санатория Лермонтовского, которая рассказывает, что вот мы отстаиваем что-то еще. Вы прокомментуйте, я прошу прощения. 95 санаторий из 100 пошли у никуда. Вот коротесенько, вы можете прокомментировать? Чому? Ну, во-первых, не 95 из 100, как бы это некорректная информация. Во-вторых, ну, в данной ситуации в Одесской области не было 100 санаториев. В Одесской области было порядка 40 санаториев. Я могу сказать, часть из этих санаториев была передана еще в 90-х годах, соответственно, городу. В связи с тем, что как бы отсутствовали... Фактично, мы так понимаем, 40 даже санаторий, лишилось 5. То есть ваша организация не может сберегти санаторий под своим крылом. Еще в нас есть червоные зори, которые сгорели в минулом году. Вы задали вопрос, так. И я хочу, чтобы вы услышали ответ на него, потому что вы в данном случае просто перебиваете. Касательно санаториев, которые выбыли из владения Укрпрозранца, часть из них была передана местным громадам, часть, соответственно, из них была продана в связи с тем, что там не осуществлялась санаторно-курортная деятельность еще в 90-х годах, и, соответственно, на сегодняшний день часть из них выбыла по каким-то мутным схемам, которые связаны с решением судом, захватами, которые фактически реализовывались, опять-таки, с помощью инструментов власти. Опять-таки, возвращаясь к тому, что говорил мой оппонент, я хочу вам сказать, что сотни уголовных дел, о которых мы говорим, я вам как адвокат могу сказать, не было ни одного приговора, который говорил бы о том, что человек в этом виновен. То есть эти уголовные дела, они используются всего лишь как инструментарий для того, чтобы склонить отдельных людей, для того, чтобы они принимали какие-либо решения, либо не мешали. Це інструмент влияння. Ваша відповідь, що це або добровільно передавали громаді міста, після чого вже вони зникали, або це були рейдерські захоплення того майна, тому ви все втратили. Я можу навіть по многим санаторіям конкретно сказати, де були рейдерські. Точно так же я можу прекрасно розказати по поводу санаторіїв, які були продані на основі рішення Укрпрозранці, і куди йшли ці гроші і за яку суму були продані санаторії, дуже цікаво. То есть, когда за копейки продавали санатории, естественно, продавались они не за копейки, да, но при этом даже бачите, эти деньги, которые... Бачите, тільки під эфиру мы дійшли до самой цікавої теми, тому я думаю, що ми цю розмову обов'язково продовжимо. Наразі залишилося 3 хвилини. Плани на майбутнє. Зараз буде літо, людей приїде ще більше до оздоровниці. Ви що будете пробувати робити? Тобто, ми вже всі побачили, що силовий вихід – це не вихід. Ми будемо діяти исключительно в законному руслі, исключительно исполнительними действиями для сохранения этого санатория и для недопущення санаторія к розвалу, к його уничтоженню і застройки. Чому виконавча служба без зубів у нас виявилась? Прийшло дві людини, які змушені підтримку шукати у приватних охоронних агентств. Чому виконавча служба, і що вона каже? Можливо, після цього вони якісь озброєні вже прийдуть? Ну, исполнительна служба не може діяти таким путем, вони можуть використовувати тільки законні методи, для цього существує поліція. По поводу цього написані листи і в поліцію, чому бездействовали, чому не діють відповідно закону, це, ну, оцінку давати... У розрізі України, я так розумію, це не єдиний конфлікт, і якийсь компроміс можливий між Укрпрофоздоровницею та Міністерством юстиції, яка у більшості? Це не тільки Укрпрофоздоровниця, це стосується всіх профсоюзів України. Це передана частина здання, є вже здання, яке передано в Ужгороді чи в Полтаві, я не пам'ятаю, судебна адміністрація, де-то в Генеральній прокуратурі, здання, яке використовується, які були незаконно вже продані, їх повернули з частної власності і передали. Вам казали, що там дюжина суддів зайняла велику будівлю. Така собі логіка. Також. Ну, правильно, але тільки це здання перед цим було передано в частні руки, а потім возвращено в государственную собственность. Після цього, звісно, передано. Возвращать Укрпрозранці і профсоюзам об'єкти, які вони вже признали частними і частично вже продали, або повністю продали, да? Ну, извините, ну, по-моєму, це просто іздевательство буде. Перемовини можливі? Нормальні перемовини за столом? Без ціпків, без ланцюгів, охорони та всього іншого? Є руководство, вони приймають рішення. Як ви вважаєте? Ось ваш в даному випадку, я так розумію, клієнт.
Якої думки? Перемовини можливі? Я хотів би, щоб ви просто услышали логіку в даному випадку Укрпрозрав'язання і дочірнього підприємства. Воно основано на тому, що все-таки цель є, безусловно, зберігання санаторію. Без лечебного комплексу, колективу, комплексу, відповідно, обладнання, призначеного для лечення, і без опыта лечення, санаторій не буде працювати в принципі. Тобто в даному випадку ініціативи по поводу урегулювання вопроса, вони висказувалися десятки раз. Міністерство юстиції ці ініціативи завжди ігнорувало тільки по одній простій причині. Целью этих всех инициатив со стороны Министерства юстиции было забрать и поделить, и желательно забрать сразу с имуществом, которое им не принадлежит. Вот именно в этом лежит корень конфликта. Вот если бы, соответственно, Министерство юстиции действовало в рамках государственного интереса с точки зрения сохранения реабилитационной отрасли, может быть, ее развития, либо сохранения санатория, этой проблемы не было бы как таковой. Поэтому, учитывая, что государство, к сожалению, на сегодняшний день выполняет функции рейдера в интересах отдельных людей, вот такая ситуация и происходит. Вот именно поэтому необходимо, соответственно, отстаивать интересы, в том числе как бы и трудового коллектива, и в том числе сохранения жизненно важного лечебного заведения, соответственно, на территории Одессы. Вот именно поэтому этот конфликт и продолжается. И в этом кроется причина того, что огромное количество людей, в том числе одесситов, политиков, общественных деятелей, приобщилось к этой проблеме и требует решения этой проблемы исключительно с точки зрения сохранения санатория, а не передачи государственному предприятию, там, где работают три человека, которые в данном случае не собираются никого лечить. Дякуємо за вашу думку. Вашу думку ми також почули. На жаль, час нашого ефіру вже вичерпаний. Все ж таки, компромісного варіанту я не почув. Тобто, ваше керівництво, можливо, його вигадає, але я так розумію, що ви здавати своє не намагаєтесь. Ми готові, в будь-якому випадку, якби сісти за стіл переговорів із представниками Кабміну, Фонду госімущества, і Мін'юсту, якщо необхідно. Я думаю, що я прошу прощення, но по поводу этого тоже, это не совсем правда, потому что мы также приходили с инициативой. Когда я лично пришел, я встречался и с Антиповым руководителем, мы общались и с активистами, которые предлагали. Мы предлагали меморандум для того, чтобы создать совет по контролю за работой санатория, чтобы никто не... Чтобы санаторий остался санаторием. Так категорично, можливо, все ж таки перемога. Да, але це первое мое действие, когда я пришел в санаторий работать, первое мое действие было мирное общение со всеми. Я предлагал этот меморандум, и я, и руководство наше предлагало, министр лично согласовывал этот меморандум, он на нем настаивал, давайте подпишем, давайте сделаем. Он этот вопрос контролировал. Но когда мы уже согласились, да, все нормально, но нет. Я вже заліз набагато за червону лінію. Я думаю, що це не остання розмова. Все ж таки шанс на компроміс є, але у розрізі усієї України він має бути. Тому що Лермонтовський – це лише частина усього того ланцюгу, який коїться з майном державними, профспілками, неважливо, але страждають від цього люди. А враховуючи, що наступний рік у нас рік виборів, то я думаю, ця ситуація буде лише загострюватися та отримувати ще більше резонансу в суспільстві. Дякую, що ви до нас завітали. Нагадаю, що сьогодні у нас на гостях були Ілля Халда, юрист дирекції санаторія Лермонтовський за версію «Укрпрофздоровниця». Дякую, що знайшли для нас час. Та Ілля Лубашев, виконуючи обов'язки генерального директора та головного лікаря державного підприємства санаторія Лермонтовський за версію Міністерства юстиції. Дякую, що знайшли для нас час. Мене звати Ігор Хмур, я керівник Центру захисту українців. Це був перший міський телеканал. Наша студія. Залишайтесь з нашим каналом. Далі буде тільки цікавіше.